Всем привет, с вами Дриор. Ну наконец-то, наконец-то. Описание, вообще пофиг на это описание. Самое главное, что мы здесь выносим из этого описания, что есть онлайн. Да, наконец-то в Last Day появился онлайн, так что можно не читать. Сразу же заходим в игру, сразу обновляем, заходим в игру. И у нас появляется эта зона седьмая, седьмая зона ворота. Короче, бежим сюда, прям вот сходу бежим сюда смотреть. Как мы будем онлайн, как мы будем общаться, я прямо сейчас буду своих подписчиков искать, кто же здесь есть, так, что здесь так, что у нас, что-то здесь ничего нету, блин, где проход, прохода нет, а, ворота, вот, терминал, так, ага, так, блин, куча, ой, точно ж, куча всех ресурсов, это их точно, Лего же загружал, у него все эти ресурсы лежали на почте, так, почту открываем, так, я не помню, подождите, открываем почту и это... А у меня почему-то ресурсов нету. У Леги лежали, у Флоки лежали, а у меня не лежали. Это, а что это мне разработчики? Почему-то мне разработчики не прислали ресурсов. Я же ютубер. Это ж, я же известный ютубер. А почему мне разработчики не прислали ресурсов? Это наеб. Это наебалово какое-то. Я же смотрел видос Леги, он же там делал, корчил вид, что это все у него случайно появилось, что микросхемы у него появились случайно, что медные слитки у него появились случайно, что все у него появилось случайно. А почему у меня случайно не появилось? Железных пластин. Подожди, а у меня что-нибудь есть в почте? Сейчас замутим. Заходим в магазик, в почту. Забираем. Ключики, шмучики. Сейчас покажем, что там есть. Поехали. Чпоньк. Сейчас заценим, что у нас тут. Что же у нас здесь есть? Но по ходу дела проход будет сверхопасный. Кстати, у меня микросхемы тоже где-то есть. Серьезно? Так у тебя все посылочки, последние ресурсы есть. Ох уж эти кривляния, что типа не знаю, откуда у меня все это появилось. Ой, как на камеру классно работает. Так это ж набрать этих ресурсов. Что надо делать, чтобы набрать это столько-то ресурсов? Что в этой жизни надо делать, чтобы набрать столько ресурсов? Да... Онлайн, короче, с подписчиками накрывается медным тазом. У меня еще теплилась маленькая надежда, что вдруг где-то разработчики мне на базе подсуетили эти ресурсы для онлайна. Ну, онлайн же появился, онлайн появился. Давайте, ну, где-то, ну, хоть в какой-то коробочке лежит ресурсы. И хер, никаких ресурсов мне разработчики не дали, я думаю, как и вам, и мне, и всем остальным игрокам, простым игрокам в Last Day. Ничего нет. То есть как они это себе представляют? Взламывать игру, что ли, чтобы добыть те ресурсы? Как они представляют, чтобы добыть те ресурсы? Реально огромнейшее количество ресурсов. Ну да, онлайн, как всегда, у нас идеально. Просто самый идеальный онлайн, который может быть в игре. Это просто идеальнейший. Снова ютуберам, снова донатерам подсуетили все, а простым игрокам снова хуй. Но... Я думаю, к этому уже все привыкли, я так точно уже привык, если честно, я даже сильно не расстраиваюсь, я понимаю, что для нас разработчики вообще ничего не делают, просто донатьте в игру, просто вкидывайте бабки, и тогда у вас все будет. Ну а с вами был Андривар, если вам видос понравился, если вы меня поддерживаете, если вы точно так же думаете, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.